Всем привет! Это видео очень необычное, оно будет отличаться от всех видео, которые до этого были на моем канале. Оно посвящено книге. Оно посвящено моей любимой книге. У меня вообще очень много любимых книг, потому что, в принципе, было одно время, когда я просто захлёбом читала книги. Сейчас я читаю реже, потому что у меня не так много свободного времени. Но периодически я вспоминаю об этой книге, потому что эта книга дала мне очень-очень много, в ней очень много жизненной мудрости, казалось бы, да. Но, короче, в этом видео речь пойдет о хрониках Нарнии. Вот она книга, о которой я хочу рассказать вам. Это издание 93-го года. Могу посмотреть, что это за фирма такая была. Хотя, я не думаю, Квест. Квест, фирма Квест. Почему мне нравится именно эта книга? Потому что у нее очень красивые иллюстрации, обалденные иллюстрации. Посмотрю сейчас, простите, я не готовилась, чтобы отснять это оформление Квест, перевод Ляхова. А кто же рисовал картинки? Художница Самохвалова просто молодец, потому что картинки в ней очень-очень красивые. В этом издании всего лишь три истории. Три первые истории. И первая история — это «Племянник чародея». Вторая — «Лев, колдунь и платяной шкаф». И третья — «Конь и его мальчик». Здесь отсутствуют еще четыре истории, которые есть про Нарнию. Я прочла их все. Первый раз, когда нам начала с моим братом мама читать эту книжку, но как-то мама бросила и нас особо не заинтересовала. Я помню, что тогда еще было слишком рано начинать нам читать эту книгу. В один прекрасный день я поехала на каникулы в деревню, и я посмотрела на эту книгу, как-то у меня упал на нее глаз, и я подумала, возьму-ка я ее с собой. Я взяла ее с собой, мне было тогда 12 лет. Я начала читать, потому что в деревне у нас не было телевизора, и оказалось, что книга именно в тот момент, именно тем летом я влюбилась вот этот вот процесс чтения. Я поняла, что книга, она намного интереснее, чем любой фильм, чем любой мультфильм, что книга, она дает тебе такой простор для развития твоей фантазии. Ты можешь настолько представить такие вещи, которые никакие декорации, никакая компьютерная графика не смогут тебе передать. То есть нет ничего более неограниченного, чем фантазия человека. Я не знаю, может быть, я себе льщу, и это у меня такая шикарная фантазия, но однозначно я считаю, что читать книгу намного интереснее, чем смотреть фильмы. Я знаю, что есть две экранизации «Хроников Нарнии», может быть, есть больше. Я нашла ВКонтакте, кажется, чехословацкая, или, может быть, я ошибаюсь, я не знаю, я не смотрела. Я не решалась очень долгое время посмотреть экранизации «Хроников Нарнии», потому что я очень боялась разочароваться, потому что у меня есть свое представление в голове, как это все должно проигрываться, играться, все эти истории. И поэтому, конечно, вон ту старую версию, я не помню, по-моему, 80-х годов, я не смотрела. Я посмотрела современную экранизацию, я не знаю, голливудская это, короче, ну, американская экранизация «Хроников Нарнии». Я скажу, что я ожидала худшего, но я подумала, что в принципе неплохо, но однозначно книга намного лучше. Если вы почитаете информацию про эту книжку в интернете, то вы узнаете, что писатель, который писал эту книжку, Клайв Стейплз-Льюис, не могу нормально выговаривать, простите, он вообще священник, и он задумал эту книжку как сказать, очень много символизма из Библии он туда вложил. И я вам скажу, что очень-очень удачно он смог реализовать вот свою задумку, то есть он хотел сделать Библию детям ближе, но не хотел конкретно говорить про Библию. То есть вы, читая, если вы не знаете Библию, если вы ее не читаете, то вы не узнаете, что эта книга про Бога и
про людей. Если вот знать, то вы сразу будете замечать, где сразу ссылки на Библию есть. Если вы до этого читали, я не знаю, Гарри Поттера или, может быть, другие какие-то фантастические книжки, я хочу вам сказать, что Хроники Нарнии, они одни единственные, что я не могу никакую параллель с другими книгами фантастическими, с фэнтези, сказками или аниме провести. Это совсем другой мир, чудесный мир. Я настолько влюблена, если бы можно было собрать чемодан и переселиться в Хроники Нарнии, я бы это сделала, не задумываясь. Хроники Нарнии включают в себя 7 историй, как я уже сказала. Я вам не могу сказать про все 7 историй, потому что я просто не помню их все. То есть мне нужно немножечко пролистать книгу, чтобы рассказать примерно про что какая история. Но больше всего, конечно, меня впечатлили эти 3 истории, потому что это были первые истории, которые меня познакомили с Нарнией. Потом, когда я была уже на 2-м курсе университета, у нас были ужасно скучные лекции по психологии, и я начала их прогуливать, и я вспомнила, что есть еще истории в Хрониках Нарнии. Я пошла в библиотеку, книги, к сожалению, у меня не было, Хроники Нарнии и других историй. Я взяла там в библиотеке толстенную книгу, и я ходила в библиотеку, в читальный зал, и там ее читала, в автобусах читала, дома читала. Короче, в этот момент я прочитала все истории. Что я хочу сказать про язык? Когда вы, если вы читаете эту книгу в 12+, или 11+, да, в зависимости от того, то есть каждый сам понимает, когда он созрел для этой книги, то язык кажется хорошим. То есть понятно, что Клайв писал эту книжку для детей. Очень простой язык. На 2-м курсе сначала мне даже сложно было начать читать, потому что, сами знаете, такая специализированная литература, она очень тяжелая, у нее тяжелый язык специфический, а тут вдруг хопс и простой язык, да, и он даже, скажем, проще, чем в русских сказках, в русских былицах. Может, конечно, это зависит от перевода, я не знаю. Но после уже некоторых глав ты уже перестаешь замечать всякую стилистику, ты полностью вливаешься в эту книгу, тебя не существует, ты растворяешься на страницах этой книги, этого произведения. Начинать Хроники Нарнии нужно с первой истории. Первая история называется «Племянник чародея». В этой истории вы познакомитесь с 2 ребятами, которые станут самыми лучшими друзьями, с колдуньей, узнаете, как возникла Нарния, и переживете много-много всяких интересных приключений. Я вам больше рассказать ничего не могу, потому что иначе весь интерес потеряется, не хочу вам спойлеров кидать. К сожалению, я изрисовала немножечко, очень глупая была, изрисовала немножечко книгу, но вообще очень-очень красивые, интересные картинки. Так. Вторая история, которая продолжает первую, то есть она, с одной стороны, совершенно не связанная с первой историей, но в то же время она захватывает и сразу уносит вас в волшебный мир. Вторая история называется «Лев, колдунь и платяной шкаф». Она знакомит вас с 4 детьми, которые во время Второй мировой войны оказываются в Лондоне в старом заброшенном доме и находят шкаф. Я ничего не буду вам дальше рассказывать, расскажу, что здесь тоже очень много приключений, история очень такая трогательная, она неоднозначная, она заставит вас и посмеяться, и где-то поплакать, вы будете переживать со всеми героями, и вы познакомитесь с такими героями, как Фаван, Говорящий бобёр и еще много-много разных интересных персонажей. Третья история в этой книге — это «Конь и его мальчик». Она рассказывает нам о мальчике, который родился за пределами Нарнии, и о замечательном коне, о коне из Нарнии.
Про эту историю я вам тоже ничего особо рассказывать не хочу, но в этой истории вы встречаете всех четырех детей из второй истории, и они не дети, а взрослые, и они участвуют в жизни Нарнии. Так что эти три истории – это мои любимые истории из всех историй Хроников Нарнии. Конечно, еще самая любимая – это седьмая история. Это последняя история Хроников Нарнии. Я помню, что конец был настолько чудесный, что я не знаю, и эти ощущения я, наверное, никогда не забуду. Рассказывать про все остальные четыре истории я не могу, потому что просто у меня нету книги с этими четырьмя историями, и я 100% не смогу вспомнить хронику, про что были конкретно эти четыре истории. Но однозначно скажу, что Хроники Нарнии — это самая лучшая фантастическая книга, которую я когда-либо читала. Если вы не читали Хроники Нарнии, неважно, сколько вам лет, я считаю, что Хроники Нарнии, они стоят того, чтобы купить эту книжку или взять из библиотеки и потратить время на нее, окунуться с головой в этот мир, мир волшебства, мир доброй сказки. Очень вам рекомендую эту книгу. Всем спасибо за просмотр и до свидания.